жизнь, одна любовь, одна цель, одна цель. Один путь, один путь, одна сила, один эксперт. Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня нас с вами ждет очень интересное интервью, очень любопытная беседа. И мы представляем чемпиона мира по боксу среди профессионалов в полутяжелом весе по версии WBA нашего с вами земляка, петербуржца Дмитрия Бивола. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте, Константин! Спасибо вам большое, что вы нашли время, потому что, скажу честно, у Дмитрия очень напряженный график, он много тренируется и работает в Соединенных Штатах, но иногда вот попадает такая неделя-две, когда он может приехать в Петербург, побыть дома с друзьями, с семьей и пообщаться с вами, дорогие друзья. Дмитрий, еще раз вам спасибо большое. Да, спасибо. Ну, давайте так, не откладывая в долгий ящик, как говорится, сразу поговорим про ваш мегабой, потрясающий бой, грандиозное шоу против Джо Смита-младшего. Все 12 раундов, бой тяжелый, бой полный внутренней такой своей истории, внутреннего напряжения. Сейчас уже с прошедшим временем, как вы на него смотрите? Ну, я вообще считаю, то, что бой получился хорошо, потому что зритель был доволен после боя, я это ощутил. Многие коллеги мои, боксеры, тоже поздравляли, говорили то, что интересно было. Были свои трудности в этом бою, но в целом все прошло, в принципе, под мою диктовку, можно так сказать, бой. Все, что задумали с Геннадием Юрьевичем во время лагеря, все у нас получилось 9 марта. Ну что ж, отлично. Все-таки давайте, может, первый раз, вы уже говорили об этом на других телевизионных каналах и сразу после боя в ринге, но тем не менее, что же произошло в 10 раунде, в самой концовке на флажке? В 10 раунде произошло то, что происходит часто в боксе. Ты, бывает, пропускаешь удар какой-то. Что произошло у меня? То есть во время боя ты всегда должен быть сконцентрирован на все 100%, где я и был, в принципе, сконцентрирован. Но по окончанию 10 раунда я услышал такой звоночек, то, что 10 секунд до конца раунда. Ну и где-то чуть-чуть расслабился, потерял фокус и, соответственно, пропустил этот тяжеленный удар от Смита. Можно сказать, что это сильнейший удар. Правый боковой – это, наверное, самый сильный удар, который может быть, да, в боксе. То есть с размаха я вот принял его на свою голову. Чего делать никому не рекомендую. Не просто голову, а висок, да, в опасную зону. Не, да. Если бы это висок было, мне кажется, я бы не встал. Но не было бы интервью сегодня. Да, это было чуть-чуть дальше, туда, над духом, можно так сказать. Ну и многие эксперты бокса, и в частности ваш тренер Геннадий Юрьевич Машьянов, говорят, что вот этот вот сигнал, который дает судья хронометрии за 10 секунд до окончания раунда, он немножко сбивает боксеров. Ну, вообще, он не то, что... В чем история? Он не то, что сбивает. Ты слышишь этот гонг, то, что вот 10 секунд до конца боя. Ты, в принципе, должен собраться силами там и пойти, как бы, показать, то, что, забрать раунд, как говорится, в боксе. Ну, а бывает, что ты чуть-чуть раз и расслабляешься. Думаешь, всего 10 секунд я раунд вел, как это было у меня. Да, можно, в принципе, отбегать чуть-чуть и отдохнуть. Вот нельзя так делать. Нужно быть сфокусированным всегда, не обращать внимания ни на какие крики из зала, ни на судью, ни на соперника. Нужно быть сфокусированным в бою и не обращать внимания на такой звоночек. Тренеры-секунданты вам посоветовали отдохнуть, но многим обывателям, простому человеку, непонятно, как можно отдохнуть во время раунда. Ну, отдохнуть – это значит подвигаться, не принимать бой на себя, значит, не идти в атаку, то есть максимально дать человеку погоняться, может быть, за тобой, да, ну, а ты не принимаешь бой, защищаешься, вот, в принципе, и называется отдых. Скажите, пожалуйста, вот концовка боя, да, вот она, по идее, такое должна быть, вот как вы говорите, и вы, ну и такой есть термин «вырвать раунд», вот как была концовка боя всего. Когда вы загнали в угол Смита, была потрясающая атака слева, справа. Да, я считаю то, что вообще ты должен работать так, как ты видишь по ситуации, да, вот в момент 12 раунда, да, за там эти 10-15 секунд я увидел то, что я попал, то, что Смиту очень
так сказать, хорошо от этого удара. И можно развивать комбинацию. Что я и сделал? Я попал и развил. Конечно, я бы мог. Я и до этого ему попадал неплохо, да, в течение всего боя. Можно было бы где-то развивать тоже. Но, возможно, не хватает опыта, да, там у меня всего-то 15 боев, если так взять, было на тот момент. Возможно, надо было раньше это развивать, но получилось так, как получилось. И я рад, что пояс остался у нас в Санкт-Петербурге, в России, и я остался победителем. Скажите, пожалуйста, ну вот ваш бой предыдущий перед Смитом с Паскалем тоже потребовал все 12 раундов, и тоже там нашлись критики, которые говорили, что уж надо было побеждать досрочно. Вы знаете, мне с одной стороны приятно, что есть люди, кто говорят, да ты такого боксера, как Паскаль, как Челемба, там, как Смит должен побеждать явно. Ну, честно, приятно, да, то есть, значит, ставят мои способности, ну, то есть, оценивают меня как боксера высоко, это приятно. Но это же бокс, мы никогда не знаем, как может бой закончиться. Иногда бывает то, что ставишь на одного боксера, думаешь, он должен выиграть хорошо. А получается так, что этот боксер оказывается в нокауте, как бы. Тут никогда не предугадаешь, что может произойти в бою, да. То есть Паскаль, Челемба — это боксеры неудобные, их не так просто нокаутировать. Ну кто их до меня нокаутировал? Ковалев Сергей там, да, нокаутировал Паскаля. Но у Сергея было с ним два боя, как бы, да. Это тоже говорит о чем-то. То есть Паскаль тоже ему попадал. Я меньше, мне кажется, пропустил от Паскаля ударов. Ну, то есть, тут всегда, знаете, баланс. Там, вроде ты и должен нокаутировать, а вроде ты и должен показать хороший бокс. Ну, я не гонюсь прямо за нокаутом, да. Я хочу выйти в ринг, полностью овладеть ситуацией и выиграть, да, боксера. Получится нокаут? Хорошо. Нет, но значит нет. Я почему вспомнил этот бой, еще бой с Паскалем, потому что буквально потом те критики, которые говорили вам, что уж, ну, всяко вот Ковалев его нокаутировал, а с другой стороны вы нет, как такое могло быть? И вдруг после этого происходит, да, бой Ковалев-Альварес, дорогие друзья, где Ковалев предельно осторожен, предельно аккуратен. Вы же обратили это внимание сразу, да, же, да? Мы утром с вами смотрели прямой эфир, и вы тоже это сказали, что посмотрите, Ковалев показал совершенно другой бокс. Он не был крашером, как всегда его принято было видеть. Правильно ведь, да? Да. Ну, Ковалев молодец. Мне понравился этот бой. Он, да, честно, да, говоря, он всегда не просто брать реванш, я это уверен. Да? Психологическое давление есть. У Сергея есть определенные там трудности, да, там с функционалкой, что было в предыдущих боях. Но он построил грамотно тактику. Он построить тактику, в принципе, это не так много делов, да. То есть очень сложно ее придерживаться, да. То есть тактику можно много кому дать, но придерживаться этой тактики могут немногие боксеры. И вот Ковалев показал, как он грамотно придерживается тактики и показал то, что он действительно боксер классом намного выше, чем Альварес. Альварес, ну, конечно. Молодец. Скажите, Дмитрий, вы связываете тем, что Ковалев стал работать с Бадди Магиртом? Это умница, это прекрасный был боксер, сейчас прекрасный тренер, специалист. Мы все, весь мир, не только мы, все знают девизы Магирта. Это надо боксировать, а не нокаутировать. Мускулы для красоты, а ноги для победы. Вот его философия, да? Честно говоря, я мало знаком с высказываниями Бадди Магирта, но еще я могу сказать то, что за один лагерь, ну, мало кто тебя может изменить. Вот я не уверен, то, что победу в этом бою принесла работа с Бадди Магиртом. Да. Я больше верю в то, что Сергей смог сам себя настроить. Он действительно знал, как нужно боксировать с Альваресом. Мне кажется, он просто что-то внутри переосмыслил. Вот мне так кажется. Ну, потом, конечно, Магирт же авторитет все-таки, это авторитет. Ну, конечно же, да, они сошлись во мнениях с Сергеем, то, что нужно боксировать, но больше я уверен, что это Сергей что-то изменил в себе. Ну, речь даже не о Сергее Ковалеве, не о Бадди Магирте. Почему я завел с вами этот разговор? Потому что, мне кажется, философия Магирта очень как раз близка к философии Геннадия Юрьевича Машьянова. Согласитесь? Да, Геннадий Юрьевич тоже нам говорит, и много тренеров, кого я знаю, действительно хорошие тренера, да, наши российские, еще с советской школы бокса. Они многие придерживаются такой тактики. Нужно боксировать. Мы боксеры, а не драчуны, там, да, как принято выражаться.
Ну, то есть, да, нужно боксировать, меньше пропускать. Но здесь вы не оказались ли между молотом и наковальней, то есть между молотом вашего здоровья, ваших переживаний близких, переживаний болельщиков, показать умный бокс, тактический, очень выстроенный, геометрический, и наковальней — это вот требования американского, заокеанского телерынка, кровь, нокаут, сломанные челюсти. Что здесь выбрать? Вы знаете, здесь нужно выбрать то, к чему у тебя вообще душа предрасположена. Вообще, я пришел в бокс и вообще сохранил себя благодаря тому, что я двигаюсь, мало пропускаю, много попадаю. То есть думаю головой много в ринге, то есть думаем над защитой много. Это привело меня, то есть, к каким-то победам, да, на любительском ринге, на профессиональном. Я должен этого придерживаться. Есть люди, кто за счет характера вытягивает бои, там, да, за счет вообще кровь из носа, и вот он выиграл. То есть нужно просто вообще по жизни нужно быть тем человеком, мне кажется, да, вот что у тебя внутри есть, вот им и быть. Не нужно что-то придумывать, да, если ты боксер, игровик, ну не нужно придумывать, там, быть каким-то рубакой. Или если ты рубака, не нужно выходить в ринг, там, и пытаться что-то играть с кем-то, там. Ну, если ты этого не умеешь делать, ты не родился таким, да, там, боксером. Нужно, то есть, нужно вот следовать тому, что у тебя внутри. Да, соперник показатель, И я уверен, то, что на любого боксера, да, найдется свой зритель. Да, может быть, не так много людей любят именно такой игровой бокс, какой-то обдуманный, да. Его могут оценить в основном люди, кто уже в боксе, да, давно, как бы, они как разбираются. Наверное, это более узкий такой, знаете, зритель. Ну, а что поделать? И буду я боксировать по-другому, и не будет такого зрителя. Да, да. Ну, знаете, в баскетболе в американском есть хорошая поговорка, да, что защита делает титулы, а нападение делает кассу, получается. Бокс тоже можно так сказать, да? Ну, может быть, да. Кстати, да, интересная, да. Интересная мысль. Дмитрий, скажите, пожалуйста, сейчас сложилась очень интересная ситуация, которая всего была один раз в истории всего мирового бокса, когда выходцы из Советского Союза имеют все престижные пояса. Так уже было однажды в супертяжелом весе, когда поясами владели Лихович, Кличко, Валуев, да, все, как говорится, наши. И сегодня вы вместе с Гвоздиком, Битербиевым и, конечно же, Ковалевым захватили весь полутяжелый вес. Как вы видите эту ситуацию? Это хорошо для мирового бокса или это хорошо для нашего постсоветского пространства? Ну, это хорошо для нашего постсоветского пространства, да. Я думаю, люди горды наши тем, что вот российский бокс, бокс вообще, да, бывшего СССР, вот он на мировом уровне. То есть я думаю, это дает заряд молодежи, они смотрят на это и понимают, что они тоже могут быть чемпионами, идут в зал, тренируются. Но насчет мирового ринга, насчет мировой арены, конечно же, людям, всем людям интересно болеть за своих, там, да. То есть за своих, будь это вот сейчас у меня был матч, да, там, россиянин против американца. Конечно, интересно, да, и публике американской, и нашей публике. То есть больше можно привлечь зрителей на этот бой. С таким раскладом, как сейчас, много болельщиков не привлечешь, да, к этому. Да, вот я к этому к этим клоню, матчам. Да. Ну, что поделать, такое бывает тоже. Вы сторонник вообще боев объединительных? Скажем, чтобы два пояса, а то и три ставились на кон. Не обязательно ваш, не обязательно в части имбивола. Скажем, Битербиев, Ковалев или Гвоздик, Ковалев. Ну, конечно, это как иначе, да, это как... То есть в боксе, ну, самое главное... Ну, что это даст? Вот, например, извините, что я вас перебиваю, например, знаменитая трилогия Гатти Уорд, да, там вообще никакого пояса не было на кону. Ну, да. Ну, вы знаете, все равно самое, что есть высшая, да, ступень в боксе, это абсолютный чемпион мира, да, ну, если говорить по регалиям. И каждый боксер хочет им быть, так же, как и каждый спортсмен-любитель наверняка хочет быть олимпийским чемпионом. Плохо тот солдат, кто не мечтает стать генералом. Также здесь, да, каждый из нас вот в этом весе хочет быть абсолютным чемпионом мира. Это просто даже личные амбиции какие-то.
Ну вот наш известный земляк и чемпион мира, кстати, среди профессионалов в супертяжелом весе, ныне депутат Госдумы Николай Валуев, я с ним говорил на эту тему, но он вот категорически против обвинительных боев между соотечественниками. И он даже больше видит в этом какую-то скрытую угрозу. Вот его фраза «лучше иметь 4 чемпиона по одному поясу, чем у одного будет 4». Потому что тогда тому же американскому телерынку и боксерскому социуму будет проще отобрать эти 4 пояса у одного человека. Кстати, как и было, вы помните, у Ковалева с Уордом. Есть вот, как вот, есть вот, что в этих словах для вас? В этих словах это мысль такая, мне понятно, да, то есть со стороны это так и есть, да. Да, проще отобрать. Такой... Немного. Ну, каждому из этих спортсменов все равно охота быть чемпионом абсолютным. Тут ничего не поделать. Конечно, обществу нашему охота, чтобы всегда, наверное, как-то пояса держались. Больше шансов было, да. То есть все деньги не держать в одном кармане, как говорится, да. Охота раскидать по карманам, но. Ну, по крайней мере, ситуация очень интересная, мы будем за ней следить и вместе с Дмитрием, и вместе с другими экспертами. Скажите, Дмитрий, ну нам никуда не уйти, раз мы уже заговорили про обвинительные бои, все-таки от мега-афиши Ковалев-Бивол. Что это может быть? Уже, кстати, в интернете уже появляются афиши Ковалев-Бивол, дуэль столетия. Да. Видели, кстати, эту да, афишу? Да, я видел такие афиши. Ну что могу сказать, с Ковалевым бой у нас намечался еще перед его первым боем против Альвареса, да, то есть если бы все карты сложились определенным образом, там, то мы могли бы с ним встретиться после первого боя, когда он боксировал с Альваресом. Ну, и сейчас я могу сказать то, что я готов к таким боям, к объединительным, неважно, это... Кто из чемпионов будет остальных? Mm-hmm. Я готов, и почему бы нет, да? Вы общаетесь как-то между собой? Или Сергей? Только... Да. Ну да, мы хорошо относимся друг к другу, уважительно могу сказать так. Я его уважаю как спортсмена в первую очередь. У нас есть общие знакомые. Сергей, наверное, один из людей, даже тех, кто помог мне принять вообще решение, глядя на кого, да, я посмотрел и понял то, что почему бы мне не перейти в профессионала, раз вот Сергей Ковалев, парень из сборной России, смог добиться высот таких, почему бы я не смог. То есть у меня присутствует к нему уважение как к спортсмену, да, и я бы хотел проверить свои качества боксерские против такого бойца, как Сергей, конечно же. Бивол, Битербиев, два больших Бивол, Битербиев, как вам? Тоже интересный бой очень. Да вообще любой бой из этих, если так говорить, конечно, он интересен, да. То есть сейчас можно говорить о них сколько угодно. Это самое интересное, все ждут. Но с отправной точки, наверное, это не сдвинет нас сейчас. Потому что у ребят сейчас свои бои. У меня сейчас жду подтверждение по поводу моей обязательной защиты. То есть, ну, неохота сейчас разглагольствовать заранее, там, когда еще не провел свою защиту, когда у ребят бои, там, ну, что сейчас на них давить как-то чем-то, да, там, вызывать на бои, ну, смысла нет. Сегодня многие эксперты предлагают Дмитрию Биволу опуститься в супер-мидл, супер-средний вес и сбросить вызов самому Каллуму Смиту. Может быть, что-то вот здесь, потому что, я напомню, что Каллум Смит суперчемпион, обладатель Кубка Мохаммеда Али. Мы все видели замечательный этот проект, турнир. Может быть, правда есть смысл опуститься ради таких боев в супер-мидл? Конечно, есть 76 смысл. Килограмм. Конечно, есть смысл, тем более, что мои физические данные мне позволяют спуститься вес ниже на вес. На категорию ниже. И я бы с радостью принял бы бой какой-то за титул чемпиона мира, либо просто какой-то большой бой громкий, да? Я думаю, что Каллум Смит... Кстати, у вас уже, по-моему, мог бы быть этот бой, да, по-моему, предполагался он? Или нет, с у нас кем-то с... Нет, он не предполагался, не... Ну, были разговоры, были разговоры там, да, то есть у Каллума Смита спрашивали, хотел бы ли он провести бой, взять реванш за любительский проигрыш свой. Он сказал, что да. Ну, я готов был бы с ним побоксировать теперь на профессиональном ринге.
немножечко вот сейчас в такой момент приоткройте вот такую, знаете, завесу тайны, эту маленькую дверку в эту кухню профессионального бокса. Вы один раз интересно ответили мне в интервью, если можно вот сейчас вот тоже. Как это происходит? Вот из рейтинга 15 вам подбирают оппонентов. Что делать? Обвинительный бой, опускаться в другой вес, обязательную защиту, добровольную защиту. Вот почему, например, многие соскакивают в последний момент? Вот ваше видение ситуации. Ну, могу сказать то, что обязательные защиты, они проходят, там, по-моему, раз или в полтора года. Там. Вот я точно не знаю. Ну и добровольные ты сам можешь выбирать, там, помимо этого, раз в год боев, ты можешь выбирать себе там раз в полгода, да, но это уже добровольно называется защита. Ты можешь выбрать любого человека из топ-15 рейтинга организации, в которой ты являешься чемпионом, то есть из рейтинга WBA. И лично я не выбираю, конечно, никого, да, там, я не сижу там в списках, не смотрю, там, меня просто Вадим спрашивает, ты не хочешь ли с таким побоксировать? И я говорю, да, хочу, почему бы нет. Ну, а тот попал в тюрьму, например. Да, он там, да, ну, с ним не вариант, давай сейчас я другого узнаю. Там, ну, да. То есть, ты ходишь вот так вот по рейтингу, а тот занят, тот травмирован, а этот то, а этот все, там, а давай с этим, и да, да, давай с этим. Ну, и то есть, с кем получается, с тем и боксируешь. Но обязательно, конечно, это человек из топ-15, но обычно это из топ-10 у нас получается так. Вот я смотрю, конечно, последние ваши оппозиции были совершенно потрясающие. И Челемба, и Паскаль, и Смит. Конечно, это бойцы топ-уровня. И вы не пренебрегаете вот драки с такими вот звездами, ведь, да? Вы знаете, я понял то, что каждый бой, он на самом деле отнимает много сил и здоровья. И я бы не очень хотел бы себя растрачивать на обычные бои. Я бы хотел все-таки боксировать с громкими именами, потому что после таких боев ты остаешься как-то в памяти, да. Мне кажется, у меня хороший послужной список моих соперников, да, последних, да, четырех. Да, 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 да. То есть эти люди боксировали за титул. Один из них даже был обладателем, да, титула. Ну, блин, это имена громкие. То есть и это придает и мне какой-то популярности, да, то есть они популярны, и боксируя с ними, выигрывая их, я становлюсь популярнее. И, конечно же, я хочу все более громче имена. Вы как-то получаете вот оценку или, скажем, ну, статистику рейтинга телевизионного, вот как получается? Какой бы, по-моему, вот я так понимаю, с Челевой был самый смотрибельный. Ой, честно говоря, я особо за статистикой за этой не смотрел. Ну, так по наитию, может быть, что вам. Но вот, к примеру, бой с Челембой. Блин, я, если честно, извиняюсь за такое слово. Но я не помню, если честно, как это все было. Но там был бой просто Сергея Ковалева, да, и он как бы тоже. По-моему, он собрал хорошего зрителя. Еще, да, по-моему, в этот же день еще было другое шоу. Я знаю, да, то, что последний бой, он вот у нас в России, по крайней мере, он дал хорошие просмотры. Я даже не знаю, не помню цифры сколько, но я общался с представителями Fight Space, и мне сказали, то, что да, в просмотре особенно там были хорошие рейтинги. Да. Раз мы заговорили о телевидении, Дмитрий, вы косвенно стали таким участником истории, немного грустной, немного такой уходящая натура, как мы говорим. Вы принимали участие в последнем боксерском шоу, когда его транслировало HBO, да? Гигантский телеканал, популярный такой динозавр, монстр, который показывал практически все крупнейшие боксерские шоу последних лет. И вот сейчас эта эра закончилась, и вы сейчас уже работаете со стриминговым каналом, да, с каналом DAZN. Вот вы очень интересно это все как рассуждаете, смотрите. Вот поделитесь сегодня с нами, как вы видите ситуацию, видите? Вот уходит эра аналогового цифрового телевидения, мы переходим в интернет. Как это происходит? Ну да, это так и есть. Что-то вообще мир, он движется вперед, да, не стоим на месте, как были когда-то там пластинки, затем их заменили там кассеты, потом диски, после дисков там уже флешки там, да. Ну, то есть вот это вот все меняется. Также было там телевидение аналоговое, там, и вот сейчас уже у всех людей
не просто телефоны, у всех людей смартфоны, да, умные телефоны, где люди смотрят видео с телефона в основном. И сейчас это более популярно, чем просто сидеть дома, где ты привязан к месту какому-то, смотреть телевизор. То есть даже проводили исследования HBO, то есть когда они только входили на этот рынок, у них был большой приток зрителей, да, любителей бокса. Но с течением времени, то есть это все как бы остыло на месте, да, то есть бои не приносят уже большого количества зрителя, да, потому что люди начали смотреть с телефона. Откуда наберутся эти гонорары огромные, которые получил вот Канело Альварес от стриминговых компаний, вот ваши сегодняшние гонорары? Ну, я это, честно, в эти вопросы не ко мне, я не знаю, как они берутся. Я не имею в виду суммы, да? Я имею в виду именно вот технологии, вот. Ну, продажи прав в интернете, так, как это происходит? Ну, конечно, да. То есть есть стриминговая компания, ну, то есть пока транслируют бокс, да, там на DAZN. Если ты хочешь посмотреть бой какой-то, ты покупаешь себе подписку. Ты платишь ежемесячно, там, $10 это было, сейчас, по-моему, уже 20. И все, и ты смотришь все бои, когда хочешь. То есть, когда есть эти шоу, ты заходишь уже, все, тебя списывают $20 там в месяц, ты смотришь эти бои. Так помимо того, что это только в США действует, да, к примеру, дальше продаются трансляции там в другие страны. Ну да. В другие, то есть в Европу, другим телеканалам продаются эти бои, там в Россию, в Корею продавали. Сейчас, кстати, права на мой бой. В Корее показывали его тоже. То есть вот так вот деньги и зарабатываются, как я понимаю. Ну, то есть, как бы это вот вы, молодой человек, это такое вот движение времени такое, да, что уже трудно представить, как раньше там какие-то большие такие телевизионные трансляции. Сегодня все уже мир до цифровой технологии сузился, да? Не, ну все равно это можно выводить на ТВ, конечно же, но помимо того, что это выводится на ТВ, каждый человек может вот ехать в машине, включить, остановиться и посмотреть бой. Вот едет он, а раньше как было, ты едешь куда-то смотреть бой. Вообще изначально, да, чтобы, если ты хочешь посмотреть бой, тебе нужно просто приехать на стадион и посмотреть этот бой, да. Дальше время идет вперед. То есть ты уже можешь приехать в кинотеатр, по-моему, в кинотеатре раньше транслировались бои. То есть не только на арену, ты можешь купить билет в кинотеатр и посмотреть в кинотеатре бой. Дальше появились телевизоры, ты уже, у тебя уже выбор, либо ехать на арену, либо ехать в кинотеатр, либо ехать домой смотреть телевизор, да, бой. А сейчас уже... Потом появилась эра записи, ты можешь посмотреть в записи. Да, потом это, уже да? В записи ты можешь, да. А сейчас уже, а сейчас такая жизнь, что все хотят быть актуальны. Быть в ногу, да, там, с событиями, прям, вот только произошло, все, он сразу в курсе всего. И сейчас уже не обязательно куда-то ехать, на стадион, там, в кинотеатр или домой, там, чтобы посмотреть бой. Достаточно просто достать телефон, заплатить, там, $20 в месяц, и ты смотришь все бои, если ты любитель бокса, да, как бы, все, ты всегда в курсе. Ну да, говорят, даже Оскар де ла Хойя передал, например, весь свой архив вот сейчас, да, на стриминговый канал. То есть, возможно, ты можешь зайти и посмотреть, да. Да. Одна жизнь. Одна любовь. Одна цель. Одна цель. Один путь. Один путь. Одна сила. Один эксперт. Дмитрий, не могу вас не спросить. Последний раз на мою память, на мой взгляд, вы боксировали в Петербурге на всемирных играх боевых искусств. И тоже прошло уже достаточно много времени. И там мы прекрасно победили, взяли золотую медаль в родном юбилейном, да, который считается меккой для всего, даже мирового бокса. Там было много турниров и любительских, там Николай Валуев боксировал, и Роман Кармазин, и вы боксировали. Ну вот у вас как бы нет планов, желания все-таки в родном городе, в Петербурге боксировать? Ну, поправлю вас, это был не последний раз, когда я боксировал, да, я, по-моему, боксировал еще в 2014 году. Да, в 2014 году я, по-моему, боксировал, либо конец 2013 по WUSB, по-моему. А, да, да, может быть, да-да-да. Да, и... Мировая серия, да? Да. Да, по-моему, да. Вот, ну, конечно же, мне хотелось бы побоксировать в Петербурге, привести большой бой сюда, профессиональный, чемпионский бой, хотелось бы показать хороший бой нашему зрителю. Ну, посмотрим. Надеюсь, это произойдет еще в будущем.
Я понимаю, что это не к вам вопрос, это вопрос к промоутерам, вопрос к менеджерам и к телекомпаниям. Но я думаю, конечно, Петербург, который стал для вас родным городом, вот и ваша альма-матер, да, дом творчества, дворец творчества юных, дворец пионеров, как мы говорим. Вы, кстати, после больших боев туда приходите, как я знаю, да? Да, я люблю дворец творчества юных, который находится на Невском проспекте. Анечков дворец – это мало какой зал бокса находится во дворце. А вот мой зал бокса, в котором я провел свое детство с там, 11 лет, вот находится во дворце. Конечно, мне всегда приятно, мне нравятся там люди, нравится атмосфера. Для меня это как прийти домой, прийти к родителям, вот даже можно так сказать, навестить родителей, прийти вот во дворец творчества юных, посмотреть залы, где я боксировал, где я тренировался. Да, это новых приятно. Мальчишек, новых. Новых ребят, да, то есть мне всегда рады Ванечкам в дворце, то есть, ну, это приятно. Это здорово, это здорово. Скажите, вот много сегодня узнав, что Дмитрий у нас будет в интервью, много вот все-таки, чем вы в детстве, почему вот вы пришли в бокс? Вот я знаю, что вы занимались и единоборствами. Да, расскажите вот чуть-чуть. Ну, я очень много раз рассказывал эту историю, то, что я с семьей любили смотреть фильмы с участием Джеки Чана, мне нравилось, как его герои вообще ведут себя, то есть их поведение, как они дерутся, то есть такой положительный герой с кулаками, да, можно сказать, добро должно быть с кулаками. Вот Джеки Чан — это как раз таки воплощение этого. Ни одного человека не убил в фильмах, то есть все фильмы без летального исхода. И как многим мальчишкам нашего двора, мне тоже хотелось также виртуозно владеть кунг-фу, карате там и так далее. И меня отец, увидев это во мне, отвел в секцию ушу. Прозанимавшись пару месяцев, отец понял то, что наверняка это гиблое дело, потому что мало соревнований, мало каких-то поездок, потому что просто нет, не развит этот спорт. А бокс, который был рядом, вот он был развит, много соревнований было, и отец меня перевел в секцию бокса. Хотя в ушу тоже был замечательный тренер, я его видел после уже своего становления как боксера, да, и, то есть, да, вот так вот. Ну, я скажу, что ваш папа Юрий Бивол, он все время выносит ваш пояс, да, это традиция такая теперь, да, на все титульные бои, ну, ваша команда. Получилось все так, да, отец у меня всегда, да, он так ответственно за все относится, пояс, флаг там, если надо, то есть все это, отец всегда рядом, да, это... Ну, это я привык с детства, что он рядом, мне так спокойнее вообще на душе. Пусть даже он со мной особо много не разговаривает во время этих двух дней перед боем. Там я он чувствует, сам в себе, да. Ну, просто мне просто на душе спокойно, что отец рядом. Ну, вообще, хочу сказать, что потрясающая у вас вообще команда. Это и компания «Мир бокса», которая ведет ваши все дела, и Вадим Корнилов, и, конечно, надо сказать спасибо и Рябинскому, да, президенту, и тренерскому составу, и Кэтман. Просто мы должны понять, что то, что мы с вами видим, дорогие друзья, уже бой профессиональный на ринге, вот эти вот 12 раундов, меньше... или бывает вся дистанция, что это такая вершина, да, айсберга, которая скрывает огромную подготовку. И здесь вообще мелочей, ну, вообще мелочей не может быть. Ну, конечно, да? Же, да, профессиональный бокс – это вроде как говорят, что там индивидуальный вид спорта, но на самом деле это командный вид спорта. Без команды ты не сможешь чего-то большого достичь, потому что тут очень важна слаженная и даже если по отдельности каждый у тебя будет профессионал в твоей команде, они все равно должны быть слажены. То есть все должны друг с другом быть в хорошей... части механизма. Да, да, да. Все должны слаженно работать. То есть должен быть хороший промоутер, должен быть менеджер, тренер, тренер ОФП, диетолог, массажист, то есть катмен, да. То есть все это должно быть... все люди должны быть специалистами, и все они должны быть... друг, ну, вот даже другом. Интересно, даже вам приходится вот жить подолгу на сборах. И вот даже, например, не так давно у вашего тренера любимого день рождения, а вы вдалеке от дома, да? Вы как-то стараетесь что-то подарить, порадовать, да? Сделать
ну, атмосферу да. праздника. Ну, конечно, это как моя спортивная семья. Я на сборах нахожусь там почти 6 месяцев в году, там, да. То есть это как вторая семья, да. У нас мы тоже празднуем какие-то праздники, да, там отмечаем, вернее, праздники какие-то, да. Если день рождения, конечно же, мы там. Ну вот что вы подарили тренеру? У него день рождения, а вы далеко. Прошла у нас тренировка, закончился тренировочный день, мы пришли домой, там где-то нарушили режим, приготовив там салат с майонезом, там и так далее, да. То есть это все такое, может быть, да, что-нибудь жареного поедим. И, конечно же, ну, без внимания не оставим, да, стараемся друг другу всегда что-то подарить, когда какой-то праздник. Геннадию Юрьевичу вот подарили AirPods, потому что он часто, ну, все мы разговариваем со своей семьей часто, и Геннадий Юрьевич увидел у меня, у Сергея, то, что мы такие ходим без проводов, но просто с наушниками, такой говорит, а что это такое, что интересно там, да. Мы взяли на заметку, подарили ему тоже, потом он ходил без проводов уже. Здорово, здорово. Друзья мои, нарушить режим для Дмитрия Бивола, это значит майонез. Вы что подумали? Вы подумали, наверное, шампанское или что-то покрепче, а вот у Дмитрия нарушить режим, это жареное и майонез. Ну, да? Конечно, во время всего лагеря, представляете, мы там с утра проснулись, кашки поели, там, да, минимум сахара и так далее. Днем там отварное мясо, либо какое-то ели там жареное на воде, там, с рисом бурым. А тут как бы, то есть для нас такие вещи, да, там как хлеб просто белый поесть, это уже как нарушение режима, там тортик съесть. Ну, потому что, объясню почему, потому что наш организм это как часы, да, то есть он работает, все, то есть ты не ешь полезную пищу, у тебя все работает, у тебя как бы и тренировки лучше, и энергии больше на тренировке. Стоит что-то съесть как бы не то, то как бы на пару дней сбивается организм с режима. То есть нужно еще несколько дней, чтобы войти опять, да, чтобы проснуться именно с легкостью, да, быть сытым всегда, быть полным энергии, да. То есть это все от питания тоже зависит, да. А если ты ешь что-то неправильно, у тебя будет тяжесть, у тебя будет где-то апатия. Ну, то есть это все мелочи, да, может быть, звучит, но на большом уровне, на чемпионских боях вообще я понял для себя и слышал много раз, что мелочей не бывает. Как, Дмитрий, вот скажите, вот вы, например, у вас команда, тренер, и диетолог, и массажист, и... а потом выходит какой-нибудь, знаете, такой хулиган уровня, вот, Челембы или Смит, которого называют, он вообще лесорубом, да, и вот так что-то пропустил, ну, как вот, несправедливо получается? Нет, глупо это просто. Глупость, да. Конечно, это глупость. Но бывает и такое, что... Я не говорю, что это залог успеха стопроцентный, да? Я не говорю, что если ты питаешься правильно, то тебе вообще все, ты, значит, выиграешь. Вот он ест правильно, он выиграет. А он ест неправильно, он не выиграет. Нет, это мне даст превосходство, может быть, в 0,5%. Может быть, в 2% даст. Но здесь 0,2%. Там я на массаж схожу, да, там... Ну, да. Там 0,7%. Ну, то есть набирается, знаете, по чуть-чуть. Не, ну, были случаи истории мировой бокс, когда там на взвешивание пьяных привозили, да, боксеров. Бывают особенно такие случаи. На супертяжелом весе, когда не надо следить за... Человек сидел там в баре, кемарил за кружкой пива. Ему говорят, приезжай, у тебя же взвешивание. И такое было, мы не будем называть имен. Но было ли, да? Нет, конечно, конечно. Это по жизни всегда так. Вы знаете, но... и я, в принципе, могу, да, что-нибудь подобное вытворить, да, там, неправильно питаться, там, недотренироваться, выйти, раз, выиграть, там, да. Но я просто глубоко уверен в том, что рано или поздно это может, как бы... Вернуться обратно. Это как на дурака, да, это как, вот, повезло сегодня, да, там, он пьяный пришел, там, на взвешивание, как вы говорите, и выиграл бой. Ну да, сегодня прокатило, завтра прокатило, но послезавтра уже не прокатит. Вот. Ну раз, два прокатит, но не на третий раз. А если это не прокатит, и потом человек просто вот так вот сядет и подумает, вот я просто свой пояс упустил, да, там, упустил, потерял, да. А почему? Да 100%, потому что я не режимил, не тренировался нормально. Представляете, как себя винить нужно? Тут, когда на тебе... столько ответственности, да, у тебя такая команда большая работает, промоутер, телевидение, люди просыпаются в 5 утра, чтобы посмотреть твой бой, и они не просто просыпаются, они друг с другом спорят,
за то, что да он выиграет, да он выиграет, да. И как в таких ситуациях ты можешь упускать такие мелочи, да, как питаться неправильно, как где-то недотренироваться, так это вообще, это уму непостижимо, то есть так нельзя себя вести. Однажды вы пошли на довольно-таки такой эксперимент, я даже, может, скажу, он и был не всем, наверное, по душе любому тренеру, но, тем не менее, вы в Америку в тренировочный лагерь привезли супругу и двоих своих сыновей, Мирона и Никона. Вот да. Как это? Ну, наверное, в следующий раз я еще их привезу, то есть, ну, будут моменты, я буду возить их. Просто иногда бывает, как бы бокс боксом, да, но и личную жизнь тоже надо как-то подпитывать. Было много отъездов, приездов, то есть мне просто нужно было спокойствие такое семейное, то, что я знаю, что семья рядом. То есть сейчас мне, допустим, очень тяжело было уезжать, да, тоже, потому что был после боя Паскаль. После Паскаля был сразу Смит, без семьи. Это на самом деле очень тяжело. Это тяжело постоянно набирать по этому телефону, там смотришь на них. Вроде оно и хорошо, но с другой стороны, ты и рядом, и не видишь их. Конечно, охота, ощущение, чтобы семья была рядом. Да, тем более у вас потрясающая семья. Мы встречали вас в аэропорту, и дети вас ждали, и подарков, и папу, и много пришло народу встречать. И, конечно, когда вы... Но, с другой стороны, дети же, вам надо тренироваться, а дети говорят, папа, поиграй. Вот, конечно, тренер ворчит, как да, это да, совместить? Как совместить? Это тяжело, да, потому что у нас такой режим. Мы с утра проснулись, сделали зарядку, помылись, позавтракали, опять спать. Проснулись, пошли на тренировку, помылись, пообедали, спать. И вечером опять на тренировку. Помылись, поели, поужинали и спать. Вот оно на режим, да, то есть здесь где-то, получается, приходилось как бы прерывать свой сон там, где-то супруга уходила там раньше, да, из дома. Были сложности, но они не настолько плюсов прям, больше, да. Все равно, согласен. Но плюсов больше было, больше, да, то есть эмоции у меня накопилось. На тот момент, когда я их взял, я явно получил плюсов больше, чем... Конечно, Одна жизнь, одна любовь. Один путь, один путь, одна сила, один эксперт. Дмитрий, напомню, что нашим телезрителям вы уже 5 раз защитили свой титул чемпиона мира. У вас потрясающая семья, супруга, двое мальчишек, родители, друзья, тренерский штаб. Но вы все равно, вы не останавливаетесь на этом, все равно ищете какое-то свое... совершенство. Я знаю, что вы, например, учите английский. И совсем не потому, что надо говорить в Америке. Нет, просто вам интересно. Вы мечтаете научиться хорошо играть на гитаре. Зачем вам все это надо? Вот, друзья мои, у нас чемпион мира по боксу. Уже легенда в свои 28 лет. И еще там. Ну, и, во-первых, еще не легенда, да, но могу сказать, ну, мне просто интересно. Мне просто нравится. Я вижу, что у меня получается... в боксе. Я чувствую, что я живу, когда я боксирую. Ну, мне нравится это. Мне нравится действительно узнавать что-то новое. Там, тот же английский, да, но мне интересно. Про гитару вы сказали, да, я хочу, но я вот все никак не возьмусь за нее. Но значит, я не настолько хочу, да, как я обычно всегда так людям говорю. Но если ты хочешь боксировать, научиться, но ты на тренировке не хочешь, значит, ты не хочешь этого, да. Ну, на самом деле, где-то и времени не хватает на что-то, но человек вообще должен развиваться, да, тут нельзя застаиваться на одном месте. Я вот, к примеру, если что-то долго не делаю, не тренируюсь, не повторяю там слова какие-то по-английски, не смотрю сериалы какие-то английские, да, ну, не развиваю себя, не прочитаю какую-то книжку, я чувствую, что я тупеть начинаю. Просто даже на 2 недели куда-нибудь, если уехать... Хотя мне супруг говорит, мы на 2 недели не уезжали, максимум на 10-12 дней. То есть, если я ничего там не делаю, то я чувствую, что я вообще начинаю чахнуть, завивать, тупеть. Ржаветь. Так, ржаветь, да. То есть, мне сразу охота пробежаться, либо что-то подкачать, что-то узнать новое. Ну, не знаю, мне кажется, так
должно быть у всех людей, у многих так вы еще говорили, людей, что охота развиваться. Да, вы еще как-то говорили, что вас подгоняют ваши дети, как они быстро растут, как они за год меняются, а мы, получается, ничего не сделали за этот год, да? Ну, к английскому прям сильно, да, меня мысль такая подтолкнула, то, что я там звоню жене домой, да, там, она мне рассказывает, ты представляешь, там, а Мирон, там, к примеру, начал там ползать, на следующий, там, прошло какое-то время, да, там, он что-то еще там начал делать, там, вставать, там, к примеру. И, конечно же, ты начинаешь думать, вообще, вот он, просто родился человек, еще там меньше года назад он просто вообще там лежал только, потом переворачиваться начал, ползать, он так многому научился, а я чему научился, да, да, я просто вот так же тренируюсь и все. Нужно развиваться. И, конечно же, я тоже хочу развиваться, как он, глядя на своих детей, да. Да, такая мысль у меня была. Ну, то есть вы классный папа, да? Я не знаю. Это надо у детей спрашивать. Хорошо. Классный папа или нет. Ну, кто для вас образец? Папа ваш? Ну, конечно же, мой отец. Или Геннадий Юрьевич тренер, или кто-то из Дворца пионеров? Мои родители, конечно же, образец для меня. Ну, они меня воспитали. Я люблю своих родителей. Благодарен им за воспитание, за то, как они вообще сформировали мое видение на жизнь. Да, вот родители. Отец со мной был, можно сказать, всю карьеру рядом, да, то есть и благодарен ему за это, конечно. Кого-то еще, может быть, из тренеров вы вспоминаете, когда... Ну, если так говорить, то, конечно же, каждый из тренеров, да, с кем я работал, первый тренер мой Вячеслав Сергеевич Шарапов, да, заслуженный тренер Киргизии, я ему благодарен очень. Он меня научил вообще боксу, его философия вообще жизненная, да, там, когда мы ездили на соревнования, он там рассказывал, что вы мандражируете, едете туда, да не бойтесь вы, в ваших соперниках столько же, извините за выражение, дерьма, сколько и у вас, что вы их боитесь, типа. И в них столько же, 32 килограмма, как и в тебе, типа, что ты переживаешь? Ну, то есть, как бы такие вот моменты были, да, благодарен Исаеву Николаю Петровичу, с которым я проработал с 2002 по 2010 год, да, там, благодарен, да, мы с ним много проработали, я много узнал от него, это очень умный, интересный человек, на самом деле. Геннадий Юрьевич Машанов, разумеется, да, кто со мной в любителях и в профессионалах. Мне очень нравится его ход мыслей вообще, как он себя ведет при общении с кем-то. Я для себя это черпаю тоже, да, он такой не действует от эмоций, да, то есть он такой рассудительный, да, очень, он так, может, то, что знаете, у него, как он... у вас, восточная кровь такая? Может быть, может быть. Ну, не знаю, мне кажется, это все-таки больше воспитание, наверное. Мне кажется, так, да. Мне кажется, у него это еще от того, с какими людьми он общался в своей жизни, да. Он со многими интересными людьми общался, да. То есть у него, то есть нельзя там выкинуть какое-то слово просто так, да. За каждое слово нужно будет ответить, да. Это из 90-х годов, нести, это из 90-х. Ну да, да. Но вот. Там не просто было. Да, ну. То есть мне нравится, да, как Геннадий Юрьевич ведет себя, да. Конечно же, ты, общаясь с ним там полгода, да, там из года, полгода находясь вместе, конечно, ты хочешь, не хочешь, ты перенимаешь какие-то вещи, да. Дмитрий, не могу вас не спросить, меня просто не поймут болельщики и ценители бокса. Вы близкий друг Сергея Кузьмина, вы в одном шоу выступаете. Один пуд соли, идите в тренировочном лагере. Расскажите о нем два слова. Какая у него ждет его карьера? Потрясающе он сейчас провел бой в вашем же шоу. Со сломанной рукой. Это что? Каким надо? Даже видите, ничего не выдерживает даже. Все рушится, когда я об этом говорю. Ну, конечно же, это... Серега, кто для вас этот Серега? Да? Серега, это, конечно же, товарищ, друг, да, с которым мы... обмениваемся всегда своим состоянием во время лагеря, да, то есть если что-то бывает, перегрузишься, ты идешь на тренировку, думаешь, блин, почему так это болит, спрашиваешь Серый, ты вообще себя как чувствуешь, он, да вот это вот болит, а, блин, значит все нормально, значит все в порядке идет, то есть мы всегда с ним понимаем друг друга хорошо, да, то есть Серега это талантливый боец, конечно же, и
супертяжеловес, да, как мы видим сейчас, это интересная очень весовая категория, очень, да, то очень. Есть придет его время, на самом деле, и оно очень-очень близко уже. Я с вами соглашусь. Скажите, пожалуйста, вот интересно, да, у нас уже мы беседуем почти час, но время летит незаметно. Скажите, а если бы вот был такой журналист, да, комментатор бокса или просто обозреватель Дмитрий Бивол, что бы он спросил Дмитрия Бивола, боксера? Вот вы очень много общаетесь с прессой, и вы наверняка все время думаете, вот что они все болтают, спросили меня вот это, что? Что бы вам хотелось, может, самому рассказать? Да я на самом деле особо не открытый такой человек, знаете, да. Не особо люблю что-то рассказывать про себя, поэтому я даже не знаю, что бы я спросил. Ну вот вы каждый раз думаете, вот, черт возьми, опять меня не спросили. Про не-не, что? Я так не думаю. Не думаете? Я обычно думаю, ну опять то же самое спросили. Опять то же самое. Да. Я не думаю, что вот почему не спросили это или то там. Нет, я просто... Думаю, что, ну да, опять одни и те же вопросы, нужно на них ответить. Ну да, все, так наверное, же. Вас спрашивают там. Бывают что-то. Какие-то, конечно, я даже не помню какие, но бывают такие сложные вопросы, но в основном... Ну вот мне, например, интересно наблюдать, как вы, бывает, проводите свой тренировочный лагерь, потом приезжаете в большой город и, например, идете вот, не знаю, там, музей гитар, да, вот. Об этом. В музей гитары я не ходил. А вот он где такой у вас есть? Фотография, вот Hard Rock Cafe. Вот. Hard Rock Cafe это... Там гитара, много гитары. Это в этом, Ген. Это в... Atlantic в Hard Rock Cafe, в Atlantic City, расскажите, да. Расскажите, вот это интересно. Но это просто Hard Rock Cafe, где... Ну, само название, да, говорит о себе, потому что это связано с музыкой. И поэтому вот там были гитары. Сфотографировались, ну, с да. ними. А, ну хорошо, музей славы бокса, да? Зал славы, мировой славы бокса. Зал славы, да. Что было... вас там удивило? Вы знаете, не... честно говоря, удивило то, когда мы ехали из Нью-Йорка в Верону, мы ехали около 4 часов туда. Угу. Это такой небольшой городишко, вообще прям маленький там, да, где, наверное, главная достопримечательность как раз-таки это вот казино, да, Turning Stone, где мы боксировали. Угу. А потом от этого казино мы ехали минут 30 там, до музея славы бокса. Да, да. Да. То есть представляете, да, если Верона маленький, то это вообще, это мы ехали по трассе, и такое ощущение, что там заправка на этом месте должна быть, где вот трасса, и просто стоит музей такой небольшой, типа ангарчика там что ли. Вот он, вон, музей славы бокса. Это, конечно, удивило. Ну и было приятно видеть вообще все эти экспонаты, форму Шугаре, Леонардо, в которую он боксировал, кулаки там бойцов всяких, да, капа там капа Майка Тайсона, там, да, какие-то ринг с боя Мухаммеда Али, Джо Фрезер. Ого. То есть представляете, ну каждый боксер поймет, да, что это за экспонат. Вообще ты на них смотришь, думаешь, нифига себе, вот она, история. У да. вас что-то не просили тогда вас подарить? Не, прям подарить не просили ничего. Но, конечно же, когда ты смотришь на такие вещи, ты хочешь, чтобы у тебя в жизни были какие-то большие события, да, и чтобы вещи с этих больших событий были вот также в музее. Потрясающе. Ну вот видите, а вы говорите, что все журналисты задают одинаковые вопросы и не всегда ну очень да. интересные. Да, это интересно. Дмитрий, ну давайте в завершение нашей беседы. Вот, кстати, недавно была шутка. Вы тоже уже становитесь героем таких мемов. В интернете появилась фотография. Вы встречались с Пернилом Уитакером, да? Вот. Да, Пернил Уитакер, да. Да, ага. Очень известный боксер. И вот появилась фотография, на которой Дмитрий Бивол с Пернилом Уитакером. И было написано, узнаете легенду, да, вопрос такой. И многие писали, конечно, узнаем, это Дмитрий Бивол. Ну, это наш российский зритель. Ну, это да, нормально. Это... У нас приятно, да, а с другой стороны и грустно, раз так шутят. Вот. А вообще, конечно же, мне всегда нравились бои Уитакера, да, то есть мне нравилась его защита. Ну, это нестандартный боец такой, который ведет себя настолько вальяжно в ринге, не потому что он там хотел собрать публику, а просто он такой человек, да, он любит, он, защита у него классная была, быстрый он,
Олимпийский чемпион он по боксу. Он, ну, вот по-моему, Пестряев его разобрал на части, Андрей. По-моему, Пестряев. Шестикратный он чемпион мира по боксу. Вот был бой потрясающий. Пестряев, Хакер и Андрей. Ну, это уже я очень уважительно отношусь к Андрею Пестряеву. Это замечательный боксер. Он, по-моему, еще в Советском Союзе по любителям очень хорошо проявил себя. И ну, могу сказать, это было завершение карьеры, наверное, уже Уитакера. Я этот бой, если честно, не видел. Но могу сказать, это бой что... очень, да, вошел в историю. В рассвете... выскочил промоутер Акариес к судьям, он порвал записки, потому что Пестряев... Ну да, посмотрите, друзья. Да, надо будет посмотреть. Да. Но могу сказать про Уитакера то, что мне всегда нравились его бои, когда вот он был в рассвете сил. Так же, как и бои Рой Джонса мне очень нравились. Ну, я понимаю, куда вы клоните, потому что это школа Машьянова. Машьянов взял ногу Кусикянца, Кусикянц воспитал Попенченко, да, олимпийского чемпиона. И их этот вот девиз, да, не суй голову, жди соперника, он сам придет. Угу. Чувство дистанции, да, работа на ногах, победы, которые приходят за счет умного бокса, интересного. Да. Попенченко прекрасно играл в шахматы, защищал докторскую диссертацию, вот только трагедия прервала то, что он не смог защитить докторскую диссертацию. И, конечно же, вот Дмитрий Бел, вы из нового поколения, которые легко ориентируются в цифровом мире, учат язык, знают современные реалии. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо большое, что мы провели это время с Дмитрием. Дмитрий, тоже в заключении нашего с вами разговора интересного, не могу не спросить. Многие спрашивают, что у вас такая внешность, знаете, стереотип, опять же, это мир стереотипов, у вас внешность совсем не боксера, с сшитыми бровями, с переломанным носом, с каким-то своим определенным жаргоном, сленгом, вот, вы скорее похожи на киноактера, на, вот мы с вами, помните, как-то говорили, да, вот типа там... Да нет, у меня спортивная внешность, да. Все-таки люди, глядя на меня... Многие говорят, что из мира единоборств, поэтому... Нет, я не предлагаю уже, да, вам бросить бокс. Не, я по внешности кино. Говорю, все равно уже так за столько лет занятий боксом оно уже приняло боксерский окрас. Ну, по крайней мере, вы бы вошли лицо. Вот в эту вот такую, знаете, вот Брюс Ли, Джеки Чан. В кино, да, вы? Да, да. У вас такая внешность немножечко экзотическая. Ну, почему бы такая, нет, да? Да, было бы интересно, надо... Почитать только сценарий, да, фильма, и можно. Как мы с вами говорили, да, Дмитрий Бивол бросает вызов триаде, да? Триаде, мафия Гонконга. Ну что, спасибо огромное, спасибо, что согласились на такой вот веселой, шутливой ноте. Дорогие друзья, еще раз хочу сказать, что у нас сегодня был Дмитрий Бивол, петербуржец, чемпион мира уже в пятый раз. Он защитил свой пояс золотой по версии WBA. И, конечно, мы ему желаем главной мечты. Он сегодня правильно говорил. Он человек скромный, но мы-то с вами знаем. Собрать все-все чемпионские пояса, сосредоточить вот в этих руках. Давайте еще раз. Вот. Одна жизнь. Одна любовь.